Мы начинаем с одеяла. Одеяло золото. Слушай, настоящее золото просто в вашем эфире, друзья. Я думаю, сейчас все женщины просто буквально ахнули. Кто сказал, что не важно, как выглядит одеяло? Важно, важно, ведь вы же спите под ним. Ведь вы же знаете, что у вас качественное одеяло. Оно не только красивое, Оленька. Но сразу хочу заявить, что это одеяло лечебное. Все знают о свойстве верблюжьей шерсти. Нет, не одеяло, а верблюжье. Шерсть. И мы рады вам подарить инновацию. У нас ограниченная пробная партия. Успейте быть в числе счастливчиков, кто обретет себе лечебное настоящее одеяло. 1250 рублей, друзья, полутора спальни, 1350 двухспальни и 1550 огромный размер евро. Ну что ж, верблюжья шерсть, так же, как и овечья шерсть, издревле ценится. Но, Оля, верблюжья даже сильнее ценится, чем овечья, потому что она более редкая. А волоски верблюжьей шерсти... Она обычно дорогая. Да, очень дорогая, но мы же предлагаем вам сэкономить. За счет чего? Дело в том, что наше одеяло выполнено слоями. Снаружи и изнутри у нас верблюжья шерсть, а в самом внутреннем слое прослойка из синтепона. Об этом я тебе еще покажу на подушках, об этом мы еще поговорим. А сейчас хочется о свойствах самой верблюжьей шерсти поговорить. Что? Во-первых, она... полая внутри, то есть хорошо держит воздух, у нас держит тепло хорошо, то есть можно укрываться зимой, вы будете чувствовать себя комфортно, а летом вам не будет жарко. То есть уже сейчас лучше всего покупать сейчас одеяло. Лучше готовь сани летом, а готовь одеяло тоже летом. Тем более цена позволяет, будете спать под ним прямо сейчас, еще и зимой. Итак, друзья, 1250 рублей, 1350, 1550. Выберите свой размер, посмотрите, оно тоненькое. Как я обожаю, Надя, тоненькие одеяла. И при этом тоненькое? Очень мягкое. Оно прям пушистое. Тоненькое, но полезное. Итак, верблюжья шерсть, она нас, во-первых, согревает. Во-вторых, отводит пот. В-третьих, если мы должны знать, что есть и лечебный эффект. Наша верблюжья шерсть обладает ланолином. Ланолин – это такое вещество, которое называется животный воск. Он отталкивает бактерии. Бактерии на нем не развиваются. Далее он способствует кровоснабжению. Он улучшает нашу кожу, укрепляет мышцы, суставы, выводит токсины. Почему мы шьем из верблюжьей шерсти, шьем носочки, шьем пояса, вяжем? Потому что мы при ревматизме, при артритах, при артрозах. Посмотрите, ваш личный доктор, вот Оленька. Это да, слушай, невероятно. Невероятно, сколько эффекта, друзья, в одном одеяле. Действительно, это очень важно, какое одеяло у вас дома. Обратите внимание, кстати, давно ли вы покупали себе одеяло? Сколько лет вашему одеялу вообще? О, если это ватное одеяло, пожалуйста, выбросьте его прямо сейчас. Потому что мы не хотим, чтобы вы страдали аллергией. В ватных одеялах разводятся клещи, сапрофиты, разводятся бактерии. Оно впитывает влагу, не отдает, очень плохо ее отдает, поэтому запахи сохраняет. Так вот, замените срочно на высокотехнологичное. Технологичная, но связанная с природой. Это все-таки верблюжья шерсть, проверенная сотнями, тысячами лет. Ведь древние люди тоже понимали, что ничего лучше натурального нету. Итак, друзья, посмотрите, пожалуйста, вот хочу обратить особое внимание. Надя, что я заметила, как оно добротно сделано. Абсолютно. Ниточка к ниточке, шовчик к шовчику, прям вот ювелирная работа. Ты знаешь, я с тобой соглашусь на 1000%, потому что даже нечего скрывать. Вот можем на макроплане показать все швы, все прострочки. Очень интересная, обрати внимание, фигурная прострочка. Нарядно смотрится. Далее. Давайте посмотрим на красоту. Это глосс-сатин. Посмотри, слушай, я заметила. Да, такой мягкий блеск, материал. Блеск очень приятный. Здесь серебряная нить присутствует. Полюбуйся. Вроде бы золотое одеяло, а есть серебряные элементы. И это богато украшенное, богато сделанное одеяло может стать вашим уже через несколько дней. Только представьте себя, как вы окунетесь в это облако. Кстати, здесь верблюжья шерсть дозирована, она идет только по лицевой и по изнаночной части, а внутри новейший материал синтепона. Наше одеяло караван. Нигде в другом месте вы не найдете дешевле, а главное качественнее. Помните о том, что и вид красивый у него, и прослужит оно вам долго, и еще это лечебное одеяло.